такое дома. Алексей, вот тебе антенну такую надо иметь. Угу. Пойдем. Пойдем. Так, деревня Варния. Идем кататься на лодке на Чистое озеро. И попить зачем с собой брал? Тоже воды пополно пресной. Мы такого не пьем. Мы люди городские, так. Вот этот джинсах там сидит, это мой брат. Двоюродный. Угу. Я сравни, говорю, ну какая погода. Ну так все друг друга. Было три семьи. Приехала сюда, оказалась в деревне. Это в гостях. Вот его палисадник, цветы растут. Дальше пройдите, интересно. Пошли дальше. Собачка его. Ваня, кроме блоков внизу, да, построено в 18 году, да, это время камень. Ой, интересно. Все по-другому. Кино снимаем. На память. Какая. Зоопарк почти. Помнишь, Даня, в зоопарке? Да, свин. Да. Цветочки там. Красивые? Ой, а вон собачка. Собачка. Ай, ты не хочешь, чтобы тебя собачка лизала? Отвернулся от собачки. Смотри, как собачка такая. Такая палка. Ну что, герой зима. Олесь так скоро будет бегать у нас. Он еще ползает. То есть он будет бегать. Вашему день рождения был, да? Где там дырка, что ли, в лодке? Воду укачивать.
до них. Кто идет там? Кто там идет? Кто это там идет? Плывем в лодке по Чудскому озеру. Пейте яш, это не скрою. Ну да, муиса мы же, правильно? Не забыл. Муиса сама, муар мярым. Смотри на папу. Так, хорошечко. Надо тебя вот так посадить. Оху не плавают маленькие. Я сейчас пока не смотрю за водой. Пока еще одни камыши, ничего не видно. Ну как, я такой еще хорошо не видела. Камера, поверни, хоть смотри. Я и сказала, что ты не сам вместе с камерой. Да, блядь, зарастает. Таня, ты хоть раз на лодке каталась здесь на озере? Да. Леха, вставай, не надо будить. Это офицерский камень. Снимаю. Тарик у нас идет. Как батрак. Бурлаки они, а не батраки. Еще раз. Да, они на лодке катаются. И соску, и соску. Давай соску уберем. Соску берем. Вот он, знаменитый. Вот где сражение ледово проходило. А мы тут ищем. Такое ледово. Ищем и ищем. В теплом озере проходило. Там камень 5-10. В каком озере? А тут вообще ничего не видно. Да мне. Так. Оба машут. Виталик, маши руками. О, молодцы. Так, сейчас берег снимаем. Ну, какой берег. А Даня пойдет с папой купаться? Не, это что, Таня? Даня будет плакать. Данюша. Даня, посмотри на меня. Даня. Даня, ку-ку. Помаши папе ручкой. Даня, помаши ручкой. Даня, помаши папе ручкой. Папа, пошел. Задумался о чем-то. Вот сейчас два прилетело. Леш, посмотри на меня.
Она местами то теплая, то не очень. Бывает, что вот здесь уже какой-то высок. Бывает, да? Из дождя поднимается? А не снимает пейзаж? Не надо. Денис. Я знаю, Лёш. А меня сфотографируют? Я уже одну фотографию. Что я фотографирую, что снимаю? А всё, и перекатывай. Хочу запись, как ты плавать будешь. То есть я снимаю, куда ты ходишь, доходишь. Да. Дариша, ты не спишь? Да. Я плыву. Да нет. А кауксы там тоже так мелко, да вот кауксы? Под лодку прошел. Больше такого не хотел. Здорово. Да, глубина больше, я просто проплывал на них. В любом месте могу. Смотрим на меня, Даня, Таня. Танюша. Даня. Данюша. Здорово. Таня. Да. Да. Фотографию уберем. Красиво? Еще не будет, не знаю, пока. Что надо делать? Галпать. Есть, все. Точно такое делать. И фотографии есть, да. Единственный день превзойденный Виталик. Опа, выплывает. Выплывает. Я еще остановился специально. А как ты так можешь долго держать? Ихтиандр. Я что, не русский, что ли? Не, ну русский. Пошел. Плывем. Нептун уносит нас в пучины морские. И далеко ты нас ведешь? До Пскова? Или до Гдова? Я вас, поляков, заведу в лес. Поляков. Русские мы, какие мы поляки. Это даже быстрее, чем на веслах, я скажу, однако. А ты веслами греби, весла бери. Зачем я вообще весла? Прыгнул в камышах и пошел. Даня, ну мама рядышком. Что мы делаем?
Виталик, как-то лодку заносит, посмотри, что там. Показываю еще раз. Для людей вот так берешь, так и нога берет. Давай, плыви, я тебя снимаю. На, плыви. Или вдоль. Что он там делает? Главное, чтобы молчал. А что он там делает, я не знаю. Сейчас будем крестить. Где мы православными ставим? Не знаю. Там еще как бы крестом не то. Не то, что крестом. Крестом вы не знаете, да? Это мы быстро. Нет, дело не в